И к другим темам. Муниципальный телеканал «Поиск» теперь принимают и в Елгозино. Трансляция устойчивая. Так что собственные проекты телекомпании «Поиск» в цифровом качестве теперь смотрят в Клину, Высоковске, Шевляково, Спас-Заулке, Решетниково, Петровском и Елгозино. На очереди Воздвиженская, Новощапово, Зубово, Струбково и Слобода. Как настроиться на 22-ю кнопку, сейчас напомним. «Наша судьба в наших руках», — говорят оптимисты. А в руках Людмилы Антохиной телефон с мобильным интернетом. Несколько лет назад жительница поселка Елгозина вышла в киберпространство, да так и застряла в социальных сетях. С тех пор она одна из самых активных пользователей. А в друзьях Людмилы Антохиной не только первые лица региона и округа, но и сам президент Чечни Рамзан Кадыров. «Люблю как сына. То есть он ровесник моей дочери, ему 42, моей дочери 42. Я очень общительная. Вот моя страничка в Одноклассниках. Можете зайти и ко мне подписаться». Активности принципиальной жительницы Елгозина оценила Алена Сокольская. С Людмилой глава округа в переписке, а на днях лично заехала к ней домой, чтобы обсудить планы сотрудничества, передать обещанный цветок и проверить прием муниципального телеканала ТВ-Поиск. Чувствуется у вас связь, то, что вас слышат, то, что вас... То, что видят, то, что слышат, то, что реагируют, то, что помогают. Напомним, телевидение «Поиск» поэтапно подключается в населенные пункты округа и уже охватило Клин, Высоковск, Спас-Заулок, Решетниково, поселок Чайковского, Шевляково, Петровское. А с этой недели и Елгозина. Настроиться на 22-ю кнопку просто. Мы открываем меню «Поиск каналов». Там есть в выпадающем списке, есть строка автопоиски, есть ручной поиск. Если мы выбираем ручной поиск, это открывается окно, где нужно забить или номер канала, или частоту. Еще раз повторяю, 25-й канал – это у нас Подмосковье, и 27-й канал – это у нас ТВ-поиск. А частота? Частота в первом случае 506 МГц, во втором 522. А теперь хорошая новость для тех, кто не является абонентом коллективной антенны. На днях в тестовом режиме телекомпания «Поиск» запустила рабочую версию собственного сайта с онлайн-трансляцией. У нас остается ряд вопросов, особенно это связано с жилым сектором, как в городе, тем более в поселениях. И мы говорили о запуске интернет-канала, сегодня мы говорим о том, что он уже работает, вы можете проверить, пользуясь той самой возможностью, которая у вас подключена через высокоскоростной интернет на портале поисктв.ру, вы можете увидеть тот же самый новостной поток, вы можете увидеть передачи, вы можете увидеть весь тот набор предлагаемых программ, которые сегодня мы видим здесь непосредственно через трансляцию, через кабель. В настоящее время идут переговоры о включении местного канала в вещательный пакет компании Wi-Fi. Так что в реальной перспективе принимать «Поиск» смогут и пользователи спутниковых тарелок. Ну а пока продолжается подключение по кабельным сетям. На очереди Воздвиженская, Зубово, Новощапово, Струбково и Слобода.